Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Cooking Simulator. В прошлый раз мы с вами накормили критика, и, естественно, он был доволен. Он по этому поводу вручил нам вторую звезду, вот она стоит, красуется, и у нас с ним появился невероятный рецепт апгрейженного томатного супчика. Теперь он называется не просто томатный суп, а суп из томатов и красного перца. Напомню, что здесь нужно красный болгарский перец, репчатый лук и чеснок выложить на противень, залить это оливковым маслом и убрать на 90 секунд в духовочку. Дальше это все переложить в кастрюлю и залить куриным бульоном, солью, черным перцем, молотым каймским перцем и помидорчиком. Варить 60 секунд, сделать с этого пюре блендером и залить потом сметаной и подавать аккуратненько в тарелочке со свежим базиликом. Я бы на самом деле приготовил бы, занялся сегодня этим рецептом, как раз таки, знаете, сейчас вот у нас пока время есть на подготовочку до нашего очередного рабочего дня, до начала открытия ресторана, конечно же. Вот, но мне тут подсказали в начале дня, собственно, ассистентка, так сказать, шепнула на ухо, что сегодня будет блюдо дня, это борщ. Борщ у нас, кстати говоря, есть, но есть его не так много, поэтому я приготовил бы еще кастрюльку. Ну а глядишь, время еще останется, и, в принципе, может быть, успеем еще это сделать. Кстати, очень жаль, что нельзя рецепты, которые не в заказе, да, грубо говоря, нельзя вывести сюда. Я подглядывал, бегал бы и готовил. Ну ладно, у нас тут немножко борщика осталось, еще где-то пол-литра. Давайте, наверное, тогда сейчас займемся подготовочкой, сделаем борщик и посмотрим, сколько у нас времени еще останется, в принципе. У нас, кстати говоря, с вами заканчивается потихонечку соль. Там буквально 20 с лишним грамм уже осталось, но я думаю, мы сейчас с вами... В общем, соль, знаете, купить недолго, я думаю, так что ничего страшного, ведь что прикупим. Так, надо 20 грамм еще перца, я что-то уже подзабыл, как этот борщ делается. Куриного бульона литр, правильно залил, да, соль, перец. Потом, значит, что там, свекла нужна? Сколько штук, я не помню, правда. По-моему, 5. Раз, два, три, четыре, пять... Один лучок нужен был. Ой! Так, ну нормально. Это, знаете, это у нас такой ритуал, как бы утро начинается не с кофе. Так, раз, и вот так, по-моему, нужно было делать. Соль, перец есть, а варить сколько это надо было, я чё-то не помню. Поставим, давайте, на 60 секунд пока что таймер. Не, наверное, дольше надо, чем 60 секунд. Ну ладно, пока 60 оставлю, все, пускай варится. Сейчас пойду в рецепт подгляну быстренько, подгляжу. Так, дайте мне борщик, дайте мне борщик. А, 2 минуты варить, окей, окей, без проблем. Сейчас таймер поправим. Сейчас добавим еще минуточку сюда, да и все. Без проблем каких вообще бы то ни было. Так, ну давайте вот так еще сделаем. Все, запускаем тогда. Минут 40. Ну и, собственно, по состоянию здесь также можно будет смотреть, что она как проварилась, как она не проварилась и так далее. И таким образом у нас с вами будет еще больше борщика. Собственно, пока он варится, можно на самом деле попытаться заняться даже приготовлением. Приготовлением этого нового замечательного блюда, чтобы подготовиться к этому прекрасному новому дню, естественно, в нашем любимом с вами ресторане. Давайте попробуем, давайте попробуем. Так, я уже, конечно, забыл, что там нужно. Там был, нужно был болгарский перец, сколько там, 240, репчатый лук, 120, чеснок, 20. Заправка оливковое масло и в духовку на 90 секунд. Ну, давайте пробовать. Да почему нет? Это у нас, собственно, новенький интересный рецепт. Так, да берись давай уже. Пока он там варится, жарится, парится, мы как раз-таки с вами этим займемся. Так, болгарский перчик, вот он у нас. И он уже очищенный, гляньте-ка, там все внутренности вынуты, балдеж. Так, то есть получается всего лишь один перец. Значит, что там нужно было? Лук, нужно было одну штучку, видимо, да? И чеснока 20 грамм. Две чесночинки. Так, ну, возьмите, пожалуйста. Раз. А, он по зубчикам. Ну, то есть два зубчика. Все, я не очень понятно, опять же, нужно с этим что-то делать или нет. Ну, суть по всему, наверное, нет. Давайте зальем это маслом оливковым. Так, стойте, оливковым нужно было маслом заливать? Оливковое масло, ну-ка давайте посмотрим. Оливковое, да, есть такое, кстати. Опа. Так, оливочки немножечко прикупили. Давайте попробуем это дело залить. Я не помню, сколько нужно, по-моему, миллилитров 20 сказано было. Давайте. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, заливаем, заливаем. Все-все-все-все, хорош, 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 хорош. Проверим, на всякий случай проверю, знаете, что-то я сомневаюсь. 20, конечно, залили, но 20 ли нужно? Да, слушайте, 20 миллилитров, отлично, и в духовку на 90 секунд теперь. У нас есть конвекторные печи. Давайте почитаем про них что-нибудь. Ну вот теперь мы знаем, вы знаете, как использовать... Испортили свою репутацию и духовку. Теперь и то, и другое в ваших руках. С духовкой просто разработать обязательно. Пользуйтесь противнями. Не забывайте прогреть духовку перед чем что-нибудь печься. У нас же не печься здесь будет, правильно? Конечно, можем прогреть ее. Но у нас же не печься здесь будет. Не, я думаю, давайте-ка, наверное, в духовку вот в эту запихнем. Которая у нас, собственно, плита все-таки. Ой-ой-ой, да-да-да, все, все-все-все, бегу-бегу-бегу, снимаю, снимаю с огня. Проварилось? Ну да. Как всегда, репчатый лук немножко переварился, чуть-чуть, но в целом, я бы еще доварил немножко. Давайте чуть-чуть, мне кажется, до кондиции не нашел, все, спасибо, большой таймер, да-да-да, я понял, что все готово. Сейчас мы буквально проследим. Вот давай супчик тоже покрасней. Ну давай супчик.
Я думаю, что готово. Так, хорошо. А сейчас мы с вами быстренько вытащим тогда отсюда. Давайте все овощи. Как мы с вами любим это делать. Берем тарелочки, вытаскиваем все овощи. Так, аккуратненько. Пожалуйста, на тарелку. Все? Все? Вроде как все. Окей, выкидываем их сразу. Хера, они разлетелись как странно. Окей, ставим тарелку на место. Так, на место тарелочку. И переливаем в одну кастрюлю, я думаю, да? Чего бы нет-то? Давай. Тут же поместится 1,5 литра, надеюсь. И главное это делать супер аккуратно, вот прям как я. Все, идеально. Идеально, боже ты мой. Чистая кастрюля, которую даже мыть не надо. Так, и у нас получается с вами есть 1,5 литра борща на сегодняшний день. Я надеюсь, нам этого хватит за глаза и за уши. Пускай здесь стоит, все. Комфортка надо выключить, не забыть, правда. Окей, так, значит, что у нас с вами здесь? Овощи. Овощи на 90 секундочек. Блин, серьезно? Только что взял и расплескалось масло, все. Да камон. Ой, иди в баню. Так, 90 секунд ставлю. Черт. Раз, два, три, раз. Оп, все, поехало. Пускай парится, варится, мы пока здесь давайте как раз-таки приберемся. Ну, жесть, я не специально, я не хотел, оно само. Это не я. Меня поставили. Так. Так, давайте аккуратненько, тихонечко, чистенько. Как бы, тут, знаешь, приседать не убираешь, ты просто приседаешь, и оно у тебя расплескивается из-за этого. Ну, зашибись, вообще красота. Так, ать. Что у нас такое появилось новое? Это у нас базилик. Балдеж. Хорошо, все, пускай там делается. Дальше, с вами что там дальше нужно делать? Нужно подготовить кастрюльку, значит, и делать примерно то же самое, что мы с вами делали до этого. 700 мл нужно было куриного бульона. Тут остается немножечко еще, ну почти 700. Немножко не дольем, и хрен бы с ним, как бы. Да ладно, ничего страшного, я думаю. 20, знаете, миллилитров туда, 20 миллилитров сюда, погода не сделает. Все, вылили все, что было. Дальше, что нам там с вами надо делать? Соль, черный перец. А, поскольку, я не помню, там, по-моему, грамм по 10, что ли, было. Или по 12. Давайте. 12 грамм добавлю. Да, соль нужно будет сейчас покупать. Соль нужно будет покупать, она совсем уже вот кончается. Буквально осталось 15 грамм, слушайте, в ней, в этой баночке. Естественно, нужно будет докупить. Ладно. Так, давайте также 12 грамм перчика. Все, есть, посолили, поперчили. Теперь нужно сюда еще сложить. А, сюда нужен, значит, молотый кайенский перец, получается, да? И помидоры. Давайте, добавляем сейчас все. Так, кайенский перец, кайенский перец. А, ну это что, он в банке тоже, помидоры. Ой-ой-ой, да-да, я бегу, слышу, сейчас все будет. Так, овощички у нас готовы. Ого, чеснок даже переварился, слушайте, не переварился, точнее, пережарился, перепарился, перезапекся. А красный перец еще нет. Красный перец еще нет, но мы пока вытащим. Ой, какие они, слушайте, запеченные, правда, смотрите-ка на них. Красота. Так, все, закрываем. Заткнись, спасибо. Закрываем, так, здесь что нам с вами, значит, пойдемте помидоры возьмем. Сколько помидор нужно? Я не помню уже, честно говоря. Так, помидоры. Нужно было там что-то в районе 6, по-моему, 1, 2, 3, 4, 5. Так, 6, если мы берем, это получается 6. Может быть, даже 7, кстати говоря. Возьмем 7 помидор, отлично. 7 помидор и молотый кайенский перец. Еще 6 грамм нужно добавить сюда. Так, ща будет. Пожалуйста, 6 грамм перчика давайте. Кастрюлька. Ай, нужно было сначала перца добавить. Ну ладно, не суть важно. Так. Да нам туда надо. Ладно, хорошо, сойдет. Сойдет. Итак, знаете, первое наше приготовление такого вот блюда замечательного. Так. Это мы с вами все куда? Это мы с вами все в кастрюлю забираем также. Так, будьте любезны. Забираем все в кастрюлю сюда. Давайте. А куда? Забери ты, пожалуйста. Так, я нихера не вижу. Из-за этого вашей. Да вы серьезно, издеваетесь надо мной, что ли? Так, чесночок и лук. Во, все. И теперь мы еще это варим, по-моему, 60 секунд, если не ошибаюсь. Сейчас подгляну немножечко. Давайте пока на 60 секунд поставим. Пускай варится. Так, 60 секунд. Оп, все, таймер пошел. Здесь у нас все чистенько, можно убрать на место пока что. Отлично, давайте. Сколько у нас еще времени остается? Слушайте, еще минуты. На самом деле я увеличил интервал этот подготовки. Прям балдежный, прям перк такой вообще суперски мне нравится. Сколько там нужно было варить? 60 секунд, да, все отлично, и потом в пюре превращаем это дело. Вроде бы ничего не забыл, вроде бы все сделали. Ну, только с маслом, конечно, получилось не очень, честно говоря. А, и сметану нужно будет залить, не забыть. Давайте сейчас сметану сразу прикупим, чтобы она на глазах у нас была. А здесь ничего нет? Не, ничего нет, ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Так, сметана. Купить. Все, супер, сметана куплена, сейчас будем заливать. И у нас с вами также будет кастрюля готовая, вот это вот замечательный... Прелестнейший. Ох, едрить. Ну, наверное, так и должно быть. Потому что это же потом все в пюре превращается. А суп-то должен быть готов как-то правильно к этому. Я думаю, что так и должно быть.
Ну, нереально же вытаскивать, но я хотя херы, может, надо. Ладно, проверим, проверим, сделаем так, а потом, если что, будем уже экспериментировать, вытащим красный перчик, там, вытащим чесночок, еще что-нибудь вытащим, посмотрим. Но пока еще, конечно, не готов, нифига. Помидорки только вот, единственное, что чесночок переварился весь, бедняжка. Ну, ладно. Да-да, все готово, снимаю, снимаю. Мне кажется, суп не очень-то готов, на самом деле, ну, ладно, окей. Допустим, что готов. О, все, дверь открыта, мы с вами ровненько практически успели. Сейчас давайте мы только вот сделаем вот так вот. И первый заказ это у нас получается с вами что? Первый заказ это у нас получается с вами рыбешка. Ну, рыбешка это без проблем. Мы это с вами все сделаем. Сейчас давайте сначала с супчиком разберемся. Так, и теперь в этот суп нужно залить. В этот суп нужно залить что? Правильно, сметанку. Давайте пробовать. Так. Сколько там нужно было? 150 мл? Кажись. А пачка сколько? Не помню. Ну, короче, 150 и 150. Оп, все, хорош. Слушайте, ну отлично, мне кажется, получилось у нас. Просто почти 2 литра супа, представляете, этого замечательного. Идеально. Давайте еще доварим его. Я хочу доварить его. Пускай он до кондиции дойдет. Тем более мы там все перемещали. Перемешали? Я думаю, нормально. Окей, пускай пока варится, только главное сейчас про него не забыть, нифига. А мы с вами тем временем будем заниматься нашим стейком из лосося. Ну, благо мы это уже с вами 40 раз сделали. Так, ну что, давайте посмотрим, как наш там суп себя чувствует. Ну, вот уже скоро доварится. Пока сейчас тоже с картошкой займемся. Литр воды наливаем, 20 грамм соли в нее. И, в общем-то... Так, литр воды сейчас не проворонить бы это дело все. Оп, все, выключаем. Две картофельные сюда сейчас. Сейчас соли нужно только 20 грамм, да? У нас есть 20 грамм? У нас только 10 грамм осталось, нужно будет купить. Ой-ой-ой-ой-ой, так, все, перевар пошел. Это уже излишки. Так, оставляем здесь. Значит, сольку сейчас закупим сразу же. Давайте, на будущий заказ тоже пригодится. Специи, меня интересует соль, купить, спасибо большое, целая банка соли еще у нас теперь есть новенькая. Так, это до конца используем, осталось здесь 10, значит, все высыпаем. И 10 еще сверху потом насыпаем. Все, больше соли здесь нет, баночку выкидываем, отлично, первая наша банка соли, кстати говоря, ушла, неплохо. А тут было полкило соли, нифига себе. Еще 10 грамм сверху давайте. Так, отличненько, сюда две картофелины и варить. Так, картоха, давай, раз, два. Все, отлично. Варится картоха 2 минуты, по-моему, если не ошибаюсь, да? Сейчас давайте врублю. Таймер тоже поставлю, чтобы не пропустить. Так, 2 минутки, пошло дело. Проверяем по рецепту. Да, 2 минуты картошку варить, а стейк жарить 2 секунды... Ой, 2 секунды говорю, 60 секунд с каждой стороны. Так, поехали сюда. Давайте маслица, значит, подсолнечного ливанем. 10 миллилитриков. Должно этого хватить. Так, оп, тихо-тихо-тихо, все, хватит. Хорош. Давайте включим, давайте, пускай она немножко постоит. Да, блин, включайся. Все, пошло дело. Сейчас подогреем его, как бы, и сразу забросим туда стейк. Посмотрим, что скажут на это нам наши товарищи, которые... Надо еще перчик немножко подсыпать, граммчик, да? Которые заказали этот замечательный стейк. Так, раз. Еще 5 грамм есть, отлично. Ну, ждем, ждем. Так, это у нас оливковое масло тоже, давайте поставим. Баночка оливочи. Во, слушайте, у нас прям тут уже кухня-кухня такая получается. И масла всякие разные, и лимонный сок даже стоит, слушайте, жесть. Блин, жалко, суп переварился, но это, конечно, не уследили немножко. Но ничего страшного, ничего страшного. Будем подавать, какой есть. Я надеюсь, что совсем его, знаете, не загнобят. Вот борщик, конечно, отменный с вами получился. Тоже 1,5 литра борща, между прочим. 2 литра суп. Но заготовочки сделаны, это хорошо. Так, что у нас там, разогрелось масло? Ну, почти. Почти разогрелось, у нас там еще остается времени. Остается еще 7,5 минут, нормально. Нормально. Ну все, пошла обжарочка, закинул я стейк сюда, масло прожарилось, точнее прогрелось, у нас филе тоже поджаривается потихонечку, скоро картоху нужно будет включать, уже осталось буквально чуть-чуть, и картофельные будут у нас, собственно, с вами сварены. Давайте сразу тоже тарелочку возьмем, конечно же. Так, поставим где-нибудь здесь ее, и картоху вывалим сюда, потом уже, собственно, дело за стейком, так сказать, дело за малым останется, да? Ну что ж, окей, окей, я надеюсь, что и супчики сегодня тоже ребята оценят, не зря же мы с вами здесь их готовили. Да-да-да-да, все, картоху вырубаем. Картоху снимаем, давайте здесь врубаем, таймер выключаем. Да все-все выключаем. Молодец. Так, картоху вваливаем сюда сразу, давайте, оп. Отлично, свежевареная картошечка, просто пальчики оближешь. Так, кастрюльку чистую на место сразу ставим. Здесь у нас получается остается 12 секунд буквально. Тоже сейчас уже можно приготовить лопаточку, чтобы все это дело переворачивать, когда оно дойдет, конечно же, до кондиции. Так, 4, 3, 2, 1, давайте. И... Ну, я думаю, можно переворачивать уже. Так, хорошо, аккуратненько. Опа, на другую сторону. И точно так же минуточку ставим таймер, чтобы, собственно, там все хорошо прожарилось у нас. И получился отменнейший стейк, конечно же. Что ж, картоха здесь, я думаю, она остыть не успеет. Собственно, время пройдет совсем мало, буквально минуточка. Так что ждем, когда оно прожарится. Я думаю, можно забирать. Прям давайте вот так вот с...
Хорошо, хорошо. Итак, наш первый заказ, и, конечно же, повалялся по полу. Забирайте. Все, все готово. Давайте. Да-да, давайте. А мы бежим дальше там все выключать. Итак, ну почти идеально, знаете. Почти что идеально, просто превосходно. Все, пожалуйста, спасибо большое. Так, да-да-да-да, все готово. Пюре, я думаю, можно выливать куда-нибудь. А, ну, собственно, так, сделаем бам. Теперь у нас там есть чистая сковородочка. И хватит орать, пожалуйста, вырубаем. Все. Следующий заказ у нас как раз-таки новый суп. Смотрите, отлично. Суп из томатов и красного перца. У нас он готов. Нам осталось только подать его. Так, ну что, давайте глубокую тарелочку берем. Берем глубокую тарелочку, наливаем супочка и, в общем-то, украшаем веточкой чего-то там. Базилика, что ли? Так, давайте аккуратненько. Ать. Еще чуть-чуть. Еще. Еще. Давай. Еще чуть-чуть. Все, хватит. Хорошего понемножку, естественно. Так, аккуратно. Теперь главное, не разбивая. Чем украшать надо, сейчас проверим. Свежий базилик. Давайте добавим. Так, свежий базилик. Раз. Одну веточку. Ну, судя по картинке, наверное, одну, да? Да. 12 грамм, серьезно? 4 ветки? Окей. 2, 3, 4. Как скажете. Любят же люди, однако, базилик. Ну что, давайте посмотрим, что у нас там получилось с вами. Мы, кстати, можем оценить, проанализировать блюдо. Да вы только гляньте, оно у нас идеально получилось. Подача, конечно. Так. Поняли? Ха-ха-ха. Спец шеф-повар Маркович делает все идеально. Так, жалобы какие там у нас? Суп из томатов, техника, неправильное количество... Ой, какое неправильное? Что тебе неправильно? Все правильное. Вкус зато идеальный. Температура идеальная. А уж какая там, какое там количество продуктов, это не важно. Главное, что все по вкусу идеально. Отлично, слушайте. Гость доволен, вы справились? Еще бы. Еще бы мы не справились. Че, кто-то сомневался? Я точно нет. Так, следующий заказ у нас с вами борщик. Ну, борщик у нас тоже с вами имеется, поэтому у нас подогреть, наверное, надо его, да? Может быть, надо... О, боже мой, тише. Спокойнее. Берем срочно тарелочку тогда. Давайте. Быстренько тарелочку берем, наливаем борщик. Мы, правда, тоже с утра только сделали, поэтому, может быть, и не нужно греть. Посмотрим, сейчас попробуем подать. Так, наливаем примерно столько... О, все, отлично, хватит. И подаем. Держите суп. Готово. Довольно быстро, а? Как думаете? Ну что, проверим, что у нас там получилось. Давайте. А, в смысле? Нельзя? Я что, только один раз могу это сделать? Ладно, подаем. Давайте. Так, и мы за креветочками. Ну, хорошо. Хороший такой, знаете, добротный борщик получился. Что тут скажешь? Окей. Все, и у нас сами креветки. Следующий заказ — это замечательные креветочки. У нас тут все чистенькое? Да. А, нихера не чистенькое. Ага, да, чистенькое, конечно. Так, что там нам с вами нужно было делать с креветками? Я что-то подзабыл уже, давайте смотреть. Значит, топленое масло 30 мл, соль, черный перец, креветки, жарьте 50 секунд. Понял? Так, а где наша сковородка? На месте. Топленое масло. Давайте, оливковое топленое масло. Сколько? 20 мл, да, правильно получается? 30 мл. Окей, наливаем. Аккуратненько. 30 мл масла сюда, давайте. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Оп, о, как идеально получилось, просто превосходно. Просто шедеврально. Что там по соли перцу нужно было посолить, поперчить? Соль 10, черный перец также 10. Окей. Так, черный перец, давайте с него начнем. Давайте 10 грамм сюда. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Оп, 10 грамм есть. Все, отлично. И теперь соль. То же самое. Десяточку добавляем прямо на сковородочку. Так, все идеально. Посыпали. Поперчили, посолили. Что у нас здесь? Давайте включим, может быть. Может быть, включим топленое масло, пускай тоже немножко, знаете, прокипятится, так сказать. А креветочки мы сами сюда возьмем на досочку, а потом вот главное аккуратненько, аккуратненько их будет как-то переложить. Раз, два, три, четыре, пять, по-моему, шесть нужно было всего креветок. Давайте здесь поставим пока их. Все, только не падайте, пожалуйста, ладно? А вот как мы будем их туда перекладывать? Ну, я, наверное, возьму сковородку, сковородку их переложу так и обратно поставлю, да и все. И на 50 секунд таймер поставлю тоже, я думаю, так и сделаем. Украшения у меня там с вами из лимончика и свежей петрушки. Ну, легко, легко. Все это у нас с вами будет готово, конечно же. Остается у нас с вами еще 6 минут, нормально. Так, проверяем масло, почти готово. Почти дошло до кондиции, когда можно будет закинуть креветочки, чтобы они там обжарились. Так, ну что, забираем, давайте креветочки. Аккуратно только, пожалуйста, не расплескайся, ладно? Ну, как-то вот так тебе надо сделать. Все, ставим обратно. Пошло дело, и на 50 секунд включаем таймер. Отлично, вот слушайте, как шкварчат-то приятно. Красота. Просто красота. И потом мы все это дело сами вылим вместе с маслом, как они любят, да? С соусом, так сказать, с подливочкой.
выльем в глубокую им тарелку и украсим лимончиком, и там что там, петрушка зелененькая нужна была. Ну, в общем, сделаем. Все. Пускай жарится, варится, парится, остается буквально полминуточки, благо креветки довольно быстро делаются. Суп, кстати, уже готов, смотрите, видите, по индикатору, судя по всему. Опа, и новый заказ, это у нас с вами борщик. Ну, мы с вами сейчас дожарим сначала здесь все это дело, чтобы не отвлекаться. А борщ просто нальем и подадим. В общем-то, вот и все. Там, знаете, недолго подать, сколько там времени нам дают? 9,5 минут, фу, тем более. Тем более, креветочки вот-вот уже почти готовы. Не хотелось бы их, знаете, пережаривать особо сильно, поэтому лучше последить немножко за ними, я думаю. 3, 2, 1. Давайте. Опа, все, снимаем. Аккуратненько сюда все это дело давайте выливаем. И креветочки также высыпаем. Так, аккуратно, ну давай, давай. Все? Все, да, ура, отлично. Замечательно получилось. Так, давайте повешу пока сюда, наверное. Хватит, спасибо. Спасибо за ваш сигнал. Здесь вырубаем все тоже. Идем к лимончику сначала. Давайте аккуратненько, аккуратненько. 4 дольки лимончика. Тут уже заготовлен тоже. Раз, два, три, 4 дольки лимончика. И что там еще нужно? Свежая петрушка 6 грамм. Окей, без проблем. Так, петрушечка 6 грамм. Раз, два, три. О, красота. Все, садитесь кушать, пожалуйста. Забирайте ваш заказ. Это у нас креветочки. Так, убежали заборчиком сразу. Что скажут? Ну хорошо, хороший заказ получился. Да, отлично. Прям вообще замечательно. Так, окей. Отлично, надо сказать, вы превзошли мои ожидания. Тьфу, еще бы. Блин, еще заказы, боже мой, сколько заказов. Сейчас, все постепенно будем делать. Главное, знаете, не спешить, а то полетят тарелки, будут разбиты, кому это нужно, точно не нам. Так, у нас там был борщик, да? Борщик был, давайте тоже сразу порцеечку. О, все, хорошо. Прям отличная порция. Там же не нужно что с ним делать было, да, по-моему? Просто борщ и борщ. Вроде как, да. Давайте отдаем. Забирайте борщ, пожалуйста, готово. Так, что скажете? Ну, почти что идеальненько. Почти идеальненько. Да-да-да, спасибо большое. На здоровье. Так, у нас с вами свинина на кости. Угу. И, да боже мой. Тихо, спокойно. Так, что у нас там? Свинина на кости и лосось. Значит, картошку сразу варить давайте поставим. Вариться поставим. Сразу картошечку, я думаю, да? Так. Она там будет 2 минутки у нас вариться. Литр воды нужен, я помню. 20 грамм соли. Туда нужно будет бахнуть еще. Так, все. Достаточно этого, пожалуйста. Пожалуй, так. Где-то наша соль, давайте 20 грамм бахнем, 2 картофелины заправим сразу. И поставим на огонь с таймером, конечно же. Так, 20 грамм готово, пошли за картохой. Картоху самую свежую, самую, естественно, аппетитную сюда. Угу. И вот здесь поставлю, чтобы не мешалось. Так, на 2 минутки, таймер тоже включаю. 2 минутки пошли, все, картоха варится, парится, пускай. Это у нас с вами для рыбки. Так, а для свинины у нас картоха пойдет куда? Пойдет она у нас на противень, на 80 секунд, да? Но сначала мы с вами займемся, давайте тогда, наверное, рыбой, я думаю. Так, вот достанем вторую доску, нам пригодится сейчас. Здесь поставим. Здесь сразу забираем и рыбу. Давайте кусочек рыбки сюда. А сюда кусочек свининки берем. Вот она, собственно, снизу здесь есть. Свежайшее мясо. Только что с фермы буквально было, знаете. Еще с утра бегало, что называется. Так, что у нас по соли перцу? 4-5, а там как было 5-5. Понял. Понял, давайте, здесь 5. Сюда 5. Раз, два, три, 4, 5. 5. Здесь 4 грамма. Давайте будем аккуратненько. Раз, два, три, 4. Все готово. И теперь столько тоже здесь 4 получается. Раз, два, три, 4. Опа. Все отлично готово. И сюда на этот кусочек 5 грамм соли. 2, 3, 4, 5. Ну, 5 давай. Все, 5. Отлично. Есть контакт. Нам с вами пригодится. Мне кажется, вторая сковородка уже можно покупать. Давайте утварь. Зайдем и купим сковородочку. Пам-пам-пам, где они, вот сковорода. Сковорода, купить. Еще одна, пригодится. Так, ставим одну сюда и ставим одну сюда. Ох, как мы с вами сейчас с этим будем управляться, я понятия не имею. Картоха тем временем почти уже доварена. Так, сколько у нас, что там жарится, парится? Это 90 секунд с каждой стороны, это 60, да, секунд с каждой стороны? Да, рыба, естественно, быстрее готовится. А по маслу здесь у нас получается подсолнечное 30, а здесь, по-моему, 10, да? Да. Возьмем подсолнечное масло, тогда давайте сейчас нальем. Это здесь будет у нас рыба. 10 миллилитров давайте. Оп, спокойно. Здесь 30, да, миллилитров? Или 20? Или 20, посмотрю, не помню. 20. Сколько? 23 получилось. 30, нормально. Нормально, сойдет, хватит. Так, включаю пока маслице здесь и здесь. Давайте комфорочки врубим. Пускай подогреется немножечко, да? В смысле, ты перевернулся? Ты что переворачиваешься, стой на месте.
Все хорошо, да-да, картошку врубаю. Картошку врубаю, спасибо. Картоха у нас с вами готова, пускай постоит на плите. Ничего с ней не сделается. Мы пока с вами подготовим тоже две сразу тарелки, естественно, большие, чтобы можно было все это дело выкладывать, красоту потом. Итак, нам с вами, значит, нужно что? Нам с вами нужно филе лосося на минутку с каждой стороны, да? Давайте, закинем. Пускай начинает кипятиться. Так, минуточка пошла, а здесь на полторы минуты мы с вами кусочек закидываем. Ух, сейчас что-то будет. Ух, сейчас что-то будет, я прям чувствую. Так, полторы минутки, пошло дело. Ну все, таймеры стоят, здесь все варится, жарится. Так, нам еще картоха нужна для чего? Для того, чтобы запихнуть в духовочку, да, это для гарнир, получается, для свинины. Картофель 300 грамм, по 50, соль, бла-бла-бла, нормально, нормально. Все, все в порядке, все хорошо. Значит, две картофельные берем, аккуратненько, несем сюда. Так, несем сюда и нарезаем. Давайте посолим сразу. Давайте посолим сразу. Раз, два, три, раз, два, три. Ну так, знаете, чисто по вкусу. Просто по вкусу, чтобы было. Так, ножичек, пожалуйста. Будьте любезны, мне ножичек. И мы с вами сейчас попробуем сразу две картошки разрезать. Давайте. Фокус просто. Опа! Вот так вот. Опа! Ну, мне кажется, отлично. Мне кажется, просто превосходно получилось. Так, где там у нас наш замечательный противень? Вот он. Противень. Забираем сюда всю картоху. Опачки. И в духовку. Я слышу. Ща бегу. Ща бегу, 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 бегу. Что, готово? Так, это наша рыбка. Нужно переворачивать. Рыбку нужно переворачивать. Давайте аккуратненько, не спеша только. Не спеша, конечно же. Опа! Все готово. Так, перевернули. Таймер также ставим на минутку снова. Пошло дело. Все жарится. Здесь остается еще буквально 19 секунд. Давайте на 80 секунд, да, нужно ставить. Сколько там было? Да, на 80 секунд в духовочку аккуратненько. Запихиваем, включаем, ставим. И таймер на 80 секунд еще один я поставлю, конечно, чтобы не запутаться. Че, пошло дело? Ну что, знаете, мы пока вроде как с вами справляемся даже. Очень даже хорошо. Так, у нас с вами тут нужно сейчас будет переворачивать свинину уже нашу. Давайте этим займемся. Так. Аккуратненько. Оп. Че, пускай дальше варится, парится, жарится. Угу. Еще ставим таймер также на 90 секунд. На 90 секунд. Все, отлично. Рыба скоро будет готова уже. Да и, в общем-то, и свинина тоже будет скоро готова, и картошечка будет к ней скоро готова. Все будет прям замечательно. Просто отлично, я считаю. Ну что, давайте пока займемся рыбкой тогда. Вытащим картофелины отсюда. Подготовим, собственно, все это дело. Это можно выливать смело и ставить в чистую посуду. Отлично, слушайте, мы прям с вами молодцы, хорошо идем. 3 секунды остается. Я рыбу забираю. Так, картошка осторожнее. Рыбу мы с вами забираем. И что делаем правильно? Подаем. Сразу же на подачу ее несем. Будьте любезны, забирайте заказ ваш. Отлично, надеюсь, людям понравится. Итак, ну почти идеально. Красота? По-моему, да. Так, все, супер, сделали. Здесь вырубаем все. Здесь, да-да-да, спасибо большое, я понял, что готово. Так, пюре мы с вами выливаем. Отлично, вылили. И заказ еще наборчик у нас с вами пришел. Но сейчас мы сначала со свининой разберемся, тут осталось буквально немножко. Хотя, что там, господи, давайте. Или мы с вами не шеф-повар, да? Давайте, быстренько. Тихо. Ты застрял, господи, чертовы тумбочки. Понаставят тут везде. Так, супчик давайте. Аккуратненько разбиваем. Я понял, не будем тогда. Не будем искушать судьбу. Так, все достаем здесь. Здесь почти тоже все готово. На место поставим. Давай вырубим тебя. Пускай пока открытая постоит немножечко. Здесь остается еще 12 секунд. Не буду торопиться, ладно. А то, знаете, как всегда, все выйдет из-под контроля и будет какая-то херня получится у нас с вами. Нормально. Так, сейчас кусочек мяса с вами сразу заберем тарелочку тогда, я думаю, и картошку сверху. Вообще будет отлично. Все, готово. А, еще не готово, нифига, смотрите-ка. Еще надо подогреть ее. Что-то она как-то, мне кажется, плохо легла просто на сковородку, да? Ну-ка. Че, давайте-ка я пошатаю тебя немножечко. Так сказать, поворошу. Ну давай, туда. Ну вот, вроде получится стало, нет? Ну, пошло вроде дело потихонечку. Все, заткнись таймер. Надо дожарить, потому что иначе она будет просто немножко сыроватой. Зачем нам сырая нужна, правильно? Правильно. Я думаю, что незачем. Так, картоша. Картоша. Новое слово, картоша. Это уменьшительно ласкательное от картошки картоша. Картоша, иди сюда. Сейчас мы будем тебя забирать на тарелочку. Давай. Пам-пам-пам-пам. Ну, камон, ну в смысле? Ну, что это? Картошка, нормально себя веди. Отлично. Так, все готово. Давайте посмотрим, что там получается. Закройся. Ну, еще нифига не готово, на самом деле. Еще нужно подготовить ее. Окей, пока приберемся. Давайте пока борщика нальем тогда. Я думаю, успеем как раз-таки. Надеюсь, там нихера не сгорит. Но это не точно. Так, пошло дело. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Еще чуть-чуть.
Все, 300 мл нормально сойдет. Забирайте борщ. Борщ готов, все. Держите. Так, это борщик. Побежали, обратно, обратно. Итак, все почти идеально. Ну, наверное, уже прохладный, да, скорее всего. Мне кажется, он уже немножко подостыл. Да, температура прохладненькая уже, конечно. Но ничего страшного, холодный борщ тоже вкусный, знаете ли. Холодный борщик тоже весьма и весьма вкусный. Ну что там, скоро доготовится уже? Ну давай, 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 сколько у нас время остается? Время остается у нас с вами... Да, еще 5 минут. Че нормально. Я чувствую, еще это не последний, знаете, заказ на сегодня почему-то. У меня такое ощущение... Хотя не знаю, может быть последний. Все, готово, 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 готово. Собираю. Так, ставим сюда. Забираю аккуратно. С тарелочки вот так, бам. Все, надо чем-то украшать. Украшать вроде бы не надо. Все отлично. Пожалуйста. Готово. Забирайте. Ну что, мы с вами отлично постарались, мне кажется. Да, почти идеально. Почти все хорошо. Да все, все, я понял. Давай, спасибо большое. Окей. Слушайте, денег у нас с вами все больше и больше становится. Прям мы богатеем на глазах, знаете ли. Так, здесь у нас чисто, здесь у нас пюре. Нужно... Так. Не, вроде не вылилось. Что странно. А то обычно так возьмешь как-то резко, оно начинает все выливаться, не пойми куда. Новый заказ у нас с вами поступил, и это на сегодня у нас лосось со спаржей. Кстати говоря, нам нужна кастрюля, получается. Сейчас будем спаржу варить. Сколько она там варится? Варится она 100 секунд, также литр воды нужен, как для картохи, да, для нее. Ну давайте, давайте нальем литр воды. Холодный, холодный, да, все верно. Так, наливаем литр, бам, все, хорошего понемножку. Сколько там ее нужно было? 20 грамм соли. Окей, 20 грамм соли. Давайте бахнем соль сначала. Потом все остальное. Сначала соль, потом, как говорится, все, что нужно. Так, 20 грамм есть. И нам нужно теперь сюда положить спаржу 80 грамм. Окей. Спаржа где-то есть вот здесь. 80 грамм. Раз, два, три, четыре, пять. Все, 80 грамм положили. Аккуратненько, тихонечко. И на 100 секунд на огонь с вами все это дело ставим, конечно же. Так, 100 секунд, это у нас минут 40. Ну, почти 2 минуты, окей. Все, варится. И мы с вами сейчас занимаемся рыбкой. Рыбка здесь у нас получается какая? Обжарить на вот этой вот хреновине 60 секунд с каждой стороны. Давайте пока его включим, пускай прогревается, стоит. 60 секунд с каждой стороны и заправить потом лимонным соком 5 мл. Окей, это легко. Сейчас все будет. Так, соль выгребаем. Да, я говорю, выгребаем соль. Вот, все отлично. Берем кусочек рыбки теперь. Давайте, где он тут у нас есть? Вот он. Филе лосося замечательного. Солим перчем. Так. Столько пошла. Раз, два, три, четыре, пять. Идеально. И теперь с перчиком то же самое проворачиваем. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пускай будет четыре, неважно. Так, прогрелась хреновина эта вот самая. И сюда мы просто... Что делаем? Просто так вот все. Складываем. И здесь филе начинает готовиться. Через 60 секунд, да, вроде как? Через 60 секунд? Да, 60 секунд с каждой стороны нужно прожарить хорошенечко, чтобы дошло до кондиции, чем мы с вами сейчас будем заниматься, в общем-то. Будет у нас оно готово. Сразу берем большую тарелку тоже, естественно, отсюда. Поставим пока ее здесь где-нибудь. Ну и все, ждем, пока все это варится-парится. Спаржа тем временем у нас с вами готова, давайте вырубаем ее. И, собственно, скоро нужно будет уже переворачивать лосось. Да вот уже можно переворачивать, он уже готов. Он уже готов, дошел до кондиции. Так, давай аккуратненько. На другую сторону. Все, идеальненько. Да-да-да-да-да. Также на 60 секунд ставим таймер, чтобы не пропустить в случае чего его готовность. Ну и потихонечку, я думаю, на тарелку сейчас будем все это дело, конечно же, выкладывать. Так, давайте мне всю спаржу, которая там сварилась. Давай, оп. Отлично. Спаржа на тарелке. И остается сюда только еще кусочек лосося добавить, конечно же. Для вкуса, скажем так, да? Так, кастрюльку на место тоже давайте поставим. Чистенькая, вымытая, свежая. Блин, опять уже плита вся, короче, износилась. Жесть. Нужно будет вызывать товарища ремонтника, видимо, сюда. И нужно будет не забыть заправить еще вот этим вот лимонным соком. 5 мл сверху на кусочек нужно будет налить. Но я надеюсь, что мы с вами не забудем. Как знаете, как с хреном у нас постоянно происходит. Но я не специально. Оно само. Оно само. Я, честно, не специально. Так, ну что, остается буквально последние секундочки, и можно будет забирать. Готово. Так. Давайте мне тарелочку тогда аккуратненько. С тарелочкой подходим сюда. Забираем кусочек. Во. Так, ставим. Тихо. Тихо. Спасибо. Все, выключаем. Агрегат. И сверху на кусочек. Да-да-да, нам на кусочек надо. Чуть-чуть лимонного сока. Давайте 5 мл буквально. Оп, 4. По желтой покрасится, жесть. 4. Ну давай еще чуть-чуть. Один.
Ну, почти ладно. Нормально, сойдет. Слушайте, он какой-то стал, мне кажется, неестественно желтого цвета, нет? Ну ладно. Не-не, он нормальный, нормальный. Свежая рыба, да-да-да, берите, кушайте на здоровье. Свежая рыба. Не переживайте, все нормально. О, почти идеально. Слушайте, ну мы с вами сегодня прям в ударе, а? Мы же сегодня с вами в ударе. Ну да, слишком много сока и мало перца, говорит. Окей, остальное все идеально. Супер. На сегодня это был последний заказ. Когда закончите, подготовьте все на завтра. Ну а что нам здесь готовится? У нас все, собственно, чистенькое. Здесь супы еще есть. Это хорошо, это радует. Немножко переварили, правда, один супчик, но ничего страшного, я думаю. Ничего страшного. Можно вызвать ремонтника, опять же, чтобы он нам отремонтировал плиту, хотя... Смысла особо я сейчас в этом не вижу. Ну, ладно, пускай выстоит. Начистненько, красивенько у нас. Так, кого там вызывали в прошлый раз, я не помню. Ну, давай у тебя вызовем, без разницы вообще. Все, полминутки, сейчас все будет отремонтировано. Так, хорошо, хорошо. Ну что ж, неплохо постарались. Денежки у нас с вами поднакопились еще. Здесь у нас... Так, вот, нужно доски немножко помыть. Я думаю, да? Так. И это, в принципе, можно, я думаю, убирать. Лимон у нас с вами еще за глаза и за уши. Я даже резать на следующий раз не буду, потому что тут реально целый практически тазик, знаете, этого лимона. Супы есть, ну и все, в общем-то, остальное такое, знаете, будем готовить по мере поступления заказов уже непосредственно, я думаю. Как-то так. Как-то так, чтобы было все, знаете, чистенькое, с пылу жарова. Все, плиту починили, отлично, как новенькое. Ну что ж, на сегодня тогда мы с вами закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчик. И мы с вами увидимся, как всегда, в следующий раз. Всем до скорого и пока-пока.